Пока звучит саксофон, барабанщик ждет своей партии. В оркестре важна работа в команде. 40 человек, как один, четко исполняют шедевры за шедевром. Чтобы так виртуозно владеть инструментом, каждому из музыкантов понадобился не один год. Это сейчас Настя вспоминает начало занятий с улыбкой. Первые ноты давались нелегко. Устаешь очень сильно, особенно по несколько часов занимаешься в день. Первые 2 года было очень сложно, многое у нас не получалось, мы не могли. А потом уже как бы набираешься опыта, у тебя уже сам получается и уже все хорошо. В отчетном концерте участвовал весь коллектив «Геликона». В его составе музыканты от 7 до 25 лет. В программе около 30 знаменитых произведений. Каждый из них сыграли на одном дыхании. Военные марши сменялись композициями из советских кинофильмов. Их узнавали с первых аккордов и встречали аплодисментами. В оркестре к музыке приобщились почти 300 школьников. Каждый из них – призер музыкальных конкурсов и олимпиад. За 30 лет «Геликон» побывал на конкурсах и гастролях во многих российских городах. Таланты из Астрахани были услышаны на концертных площадках Москвы, Санкт-Петербурга, Туапсе и Волгограда. Все время у коллектива один руководитель – Михаил Михайлов, музыкант и педагог высшей категории. У меня была задумка создать свой коллектив, духовой оркестр. Насколько это удалось, конечно, не место судить, но я стараемся. Наша духовая музыка меня привлекала с раннего детства. То есть, по сути, моя мечта осуществилась. С трудностями всякими, как говорится, перипетиями, но в конечном итоге все-таки я добился того, что желал. Отчетный концерт духового оркестра стал очередным рубежом, который команда успешно преодолела. Работу продолжают дальше. Главные победы еще впереди. Ребята уже начали подготовку к концертам в честь Дня Победы. В репетиционном зале звучат новые партии на полную музыкальную мощь. Виктория Фортуна, Роберт Переверзев, Центр новостей.